Всем привет! Сегодня маленький-маленький апдейт моей страны Лилипутии. Что новенького? Какие изменения? Ну вот первое, что могу показать. Три такие куры на жердочке. Сделала я такую жердочку из бамбука, из веревочек. И теперь три красавицы вот так вот сидят у меня на окошке. У этого дендробиума я еще новых корней не вижу, но вот здесь вот уже пошли новые росты и новые листики сверху. У этого дендробиума муха так на взлете. Она еще долго-долго будет меня веселить. Пока что я не вижу новых ростиков, никакого движения. Мне кажется, он просто еще адаптируется к моим условиям. Ну и минмару очень активно растит листик. Теперь они качаются. Забавно. Этот дендробиум, мне кажется, лучше всего чувствует себя у меня. Здесь и новые корешки он в росте есть. Ну и кустик выглядит как-то более упитанней. Лилия. Теперь уже могу сказать однозначно, что ее бульбочка, тот ростик маленький. А, вот он. Он растет. Потемнел, потому что он поспал на свет. Как-то неудачно все видно. И упустился в рост. Уже где-то в два раза вырос. Вот эта чудная травка. Я замечала, что в середине что-то растет. В середине действительно что-то растет. Вот. Новый рост пошел из середины. И тут новый рост. Может, так вот годика через 2 или 3 мы и узнаем, что это за растение. Неофинетия, боже, ну какая же медленная. Она у меня уже больше полугода. И за это время вырастила вот до конца этот листик. Ну и эти новенькие. А маленькие ростики так, по-моему, и сидят. Это малютка дендробиум такая забавная. Вот это красный дендробиум у меня новенький. Перенесла я сюда Пафиопедиум винустум, потому что он мелькнул у Светы из Happy Orchids. И она сказала, что он любитель от средних до холодных температур. И это как раз про мое окошко. Пересадила я Сафронитис на коряшку, пробковый блок, ну и жду новых корешков. Сделала шубку для своего линденай. Вон маленький цветонос тоже очень медленно растет, этот цветонос, но рано или поздно вырастет. Здесь также стоит еще бронзовый век. Вот какой он яркий. Вот так вот. Вот. На просвет. Он тут уже стоит больше месяца. И как видите, даже вот на холоде все в порядке с корнями. Никто ничего не сбросил. И последний, кто у нас на этой полочке интересный, это моя Маздевалия. Моя Маздевалия такая прикольная. Она вот цвела, уже цветонос высох, и цветочек отпал, и вот идет новый цветонос. Она у меня за полгода выдала всего лишь вот этот рост, вот этот маленький, который вот цвел,
вот цветонос. Вот этот маленький рост, от которого еще нет цветоноса. И этот цветонос, думаю, ну откуда он взялся, этот цветонос? И тут я вспомнила, был еще один рост, но он запутался в чешуйке, потом как-то его так скрючило, и он отсох. Он не был даже больше, чем 2 сантиметра. И вот уже через 2 месяца, как я забыла, что рост был, вышел цветонос. Блин, так прикольно. Цветет с каждого роста, даже с того, который и не развился. Ну пусть цветет, такая она у меня тут маленькая. Аккуратненькая, как раз для этого окошка. Минечка, которая стояла здесь, на месте этого мозга, перешла на другую полочку. Она уже начала цвести, сейчас я ее покажу. Начала цвести в одну сторону, потому что начала открывать свои цветочки к окну. Ну и так было мне уже красивее переставить ее сюда. Цветет она, если кто помнит, покупала ее в начале июня на выставке. И вот она беспрерывно цветет. Я говорю она, хотя их тут две. И обе. Одна доращивает цветонос, вторая, другая новый цветонос дала. Мне очень прикольно. Цветочки отсыхают. Сначала она так вот обиженно поджимает губку, а потом слаживает свои лепесточки. Прикольная такая. Ренантера. Да, хотела показать ее в полном распуске, только что-то не поняла я прикола. Потому что вот 3 цветочка она уже отсушила, хотя еще не раскрылась до конца. Может, она такая и должна быть, а может, просто ей тут немного не хватает света. Насчет света сейчас я вам расскажу кое-что интересное. Да, обещала чаще показывать свой персик для тех, у кого его нет. Вот он распустился уже полностью, этот первый цветочек. И вот второй. Еще ждем 3-й бутон. И вот эта стена. Кто-то очень хорошо сказал, когда заканчивается место горизонтальных положений, горизонтальных как бы плоскостей, мы карабкаемся вверх. И вот такой вот у меня есть отличнейший откос возле балконной двери. Это восточная сторона, поэтому это вообще идеальное место для орхидей. Приобрела я здесь вот такую вот решеточку, которая растягивается. И, ой, извините. И уменьшается вот так вот. Представьте себе, сколько здесь можно повесить. И вот ренантера наверняка пойдет сюда. Здесь будет больше света. И я уверена, она полюбит это место. Когда мы это смонтируем, я покажу вам конечный результат. Ну вот, смонтировали мы эту решетку. Смотрится она довольно гармонично. Конечно, я понимаю, что вот в этом углу уже у меня слишком много растений. Но мне кажется, довольно все неплохо выглядит. Представьте, сколько сюда можно повесить растений. Вон внизу уже 2. Ренантера нашла свое место. Я знала, что она найдет свое место. Линденай уже наверху висит. У нас очередной шторм, я уже даже не слежу за их именами. Но как-то все равно сегодня солнце.
блин, как же все это красиво в солнце. Невероятный блеск орхидеи. Даже уже старое цветение Лауренса тоже оживилось. Блестит невероятно. Стала на место Ренантеры моя Филадельфия. И тоже как-то преобразилась. Хотя у нее лепесточки уже утончаются, будет собираться, отцветать. Начал расти листик у моего азиатского дракона, так что тоже, наверное, скоро будет отцветать. Кустик решил уже сконцентрироваться на другом, а не на цветении. Все цветет, но еще некоторые цветоносы я жду. Вот такая вот решетка. Можно на нее, представьте, сколько всего повесить. И вот, новые орхидейки не заставили себя ждать. Получила я вчера посылочку от Владарчук, Ханс Владарчук, с Германии. Заказала в понедельник, получила вчера в субботу. И, конечно, пока что, ну, я очень довольна. Я еще не распаковывала. Потом презентацию своих новых орхидей я покажу в следующем видео. Спасибо, Лариса, за наводку. Не встречала я никогда этого магазина вообще, ни в поисках, ни везде, нигде. Но цветы уже вижу, какие обалденные. Так что разборка предстоит. Ренантера еще раз. Еще раз мой персик. Всем хорошего дня. Пока-пока. Еще увидимся.